целый семейный подряд фальшивомонетчиков задержали в Красноярске. Отец, сын и их родственницы сбывали поддельные 5000-ные купюры в торговых сетях города. Полицейские вычислили злоумышленников, а во время обыска в машине и квартире изъяли липовые купюры. Всего около 30 тысяч рублей. Задержанные признали, что банкноты сами не изготавливали, а получили их от знакомых. Расплачивались фальшивками в магазинах не только мужчины, но и женщины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы. А полицейские призывают быть бдительными. Хотелось бы обратить внимание на то, что в связи с наличием большого количества фальшивых денежных средств, которые были сбыты, мы обращаем внимание граждан на то, чтобы они были более бдительны при расчете деньгами в торговых точках. Если это, допустим, расчеты, которые производятся на АЗС, на предприятиях малого бизнеса, а в торговых точках, допустим, в павильонах, достаточно сложно порой определить подлинные или поддельные деньги, поэтому при внимательном рассмотрении купюры необходимо обращать внимание на качество водяного знака, затем необходимо исследовать внимательно ее размер, ее цвет.